Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие любимые зрители. С вами Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. Сегодня ваша любимая рубрика «Подсмотрелки», обзор ваших покупок. Я делаю фотоотчет для клиентов, одновременно делаю вот такие вот небольшие короткие видео для YouTube-канала. Для того, чтобы люди, которые смотрят YouTube-канал и не подписаны на мою группу Telegram, и вообще в первый раз зашли на мой YouTube-канал, могли тоже что-нибудь заказать, если им захочется. В закрепленном комментарии есть ссылка на мою группу Telegram, либо номер телефона WhatsApp. Когда вы ко мне обратитесь, я вышлю вам условия моей работы, способ оплаты, отправляю ли я в вашу страну или нет и так далее. И потом уже начинаю работать. Если вы по этой ссылке не сможете зайти в мою группу, то напишите мне на WhatsApp, я автоматически каждому высылаю ссылку в мою группу, и вы можете с легкостью уже зайти. Заказы я принимаю только на WhatsApp, имейте в виду, потому что мошенники дублируют все, что я публикую в моей группе, и ведут переписки в соцсетях от моего имени. Поэтому не ошибайтесь, номер телефона WhatsApp всегда в закрепленном комментарии. Ну, это покупки от бренда Versace, но в моей группе Telegram много разных других брендов. И, конечно же, я просто не успеваю делать съемки во всех брендах, которые есть в аутлетах. Вы можете заказывать сайтов, новинки, если хотите, ждать скидок и так далее. А также я часто езжу в аутлеты. И, соответственно, все бренды, которые есть в аутлетах, я не могу отснимать. Но когда я еду в аутлет, я всегда говорю, в какой аутлет я еду. Оставляю в моей группе Telegram наименование брендов, которые есть в том или ином аутлете, в который я собираюсь. И вы можете мне заранее написать, что вас интересует и какой бренд вас интересует. И я зайду именно в этот бренд по записи, если вы запишетесь, сфоткаю именно те позиции, которые вас интересуют, опубликую их в моей группе Telegram, посмотрят другие люди и также вы. И вы можете также выкупить, то есть я могу выкупить для вас, если вы запишетесь заранее. Ну, начнем. Давайте не будем уже долго как бы... Я всегда в начале моего видео стараюсь объяснить, потому что многие первый раз заходят, поэтому не знают. Поэтому я как бы должна это все как бы сказать заново. У бренда Versace до сегодняшнего дня, я не знаю, как будет завтра, в любом случае, когда вы делаете заказ, я всегда все уточняю. Актуальна ли цена, есть ли в наличии, или есть ли в наличии размер и так далее. На сегодняшний день была акция, и эти позиции, не только то, что у меня на столе, но и многие другие, шли на 40% экстра скидку и дополнительно 20%, если покупка на 1000 евро. К сожалению, те клиенты, которые купили вот эти вот позиции, они заказали все в разное время. Например, эту сумочку заказала клиентка заранее, то есть ранее, до вот этих заказов. Поэтому суммировать их я никак не смогла, и они дополнительно 20% не получили. Потому что, вы знаете, например, бывает такое, что кто-то обратился сегодня, да, и, например, хочет подождать, когда кто-нибудь закажет. Но не знаешь, когда у меня будет еще клиент на бренд Versace. Понимаете, такие люксы, такие бренды, как, ну, такие вот люксовые, да, дорогие, не каждый день делают заказы клиента совершенно. Вот, и поэтому как бы ждать, ну, не актуально. Если вам нравится эта позиция на 40%, и вы будете ждать еще дополнительно 20%, когда кто-то что-то закажет, чтобы было 1000 евро, чтобы получить 20%, вы можете потерять возможность вообще получить ту позицию, которая вам нравится, даже на 40%. Просто не будет либо размера, либо акция уже пройдет. Поэтому, ну, не рекомендую. Если вы хотите заказать на 1000 евро и получить эти дополнительно 20%, то, конечно же, вы получите. Вот, надеюсь, я вам объяснила. Давайте по порядку. Сумку заказала клиентка. Она стоит в бутике 910 евро. 590 цена аутлета, минус 40%. Экстра скидку она получила. 354 евро мы заплатили. И вы можете получить еще дополнительно 20, если закажете на 1000 евро. И будет она стоить 283,20. Такая красавица. Она есть в черном цвете и вот в таком молочном. Это именно молочный цвет. Это не белый, не желтый, не топленое молоко, а именно вот молочный такой шикарный цвет. Разные позиции есть. Единственное, что нужно уточнять, эта акция актуальна или нет. Вот такие вот ботинки заказала клиентка из Германии, новая клиентка. Завтра будем отправлять. У нее размер 38 и у другой клиентки из России размер 39. Одинаковые ботинки. Получили они 40%. И, кстати, по поводу размеров 38 нам нужно искать уже в других аутлетах, потому что в этом аутлете уже этого размера нет. Цена этих ботинок 1040 евро, цена аутлета, цена бутика, то есть цена аутлета 520 евро
И минус 40%, 312 евро мы заплатили. Она могла бы получить 20%, если бы купила на 1000 евро заказ. Сделала. Вообще шикарный. Здесь вот такая вот медузка, она упакованная. Сами шнурочки тоже вот здесь вот. Вот такие вот шикарненькие. Сейчас, секундочку. Вот здесь я где-то видела маркированно. Даже вот здесь вот, видите, Versace написано. Замочки, что немаловажно, да, потому что когда ботинки только на шнурках, немножко проблематично их постоянно, да, как бы расшнуровать. А здесь есть замочки. Все проверила, все классно, шикарно. Вот так вот. В общем, цена тоже классная. 312 евро с учетом минус 40% экстра скидка. Идентичные такие же ботинки, как я вам уже сказала, клиентка из России заказала. Вот, сейчас они будут у меня отложены, так как я буду в отпуске. Заказы принимаю до 15 июня, потом я в отпуске до 1 июля, то есть 2 недельки буду отдыхать. С 1 июля я начинаю работать, уже принимаю заказы, отправка посылок, и те, которые позиции, которые я куплю сейчас, будут отправляться после 10 июля, потому что с 1 июля начну работать, соответственно, пока соберутся посылки, пока их соберу, примерно 10-15 уже будет отправка посылок. Вот. Значит, мокасины, это касается в Россию, да, если в другие страны, там уже будет по-другому, я вам это уже отдельно сообщу. Мокасины тоже от бренда Versace, так, 640 цена бутика, аутлет 320 и минус 40%, 192 евро. Также есть коричневого цвета, такие же, 41,5 размер. Шикарная цена, обалденная, натуральная кожа, конечно же. Ну что ж, дорогие мои зрители, вот здесь еще Макс Мара, вот такой вот топик заказала наша постоянная клиентка, любительница Макс Мара и других брендов. Вот такое вот видео короткое у меня получилось, на этом я с вами прощаюсь, до скорой встречи, пока-пока, жду ваших заказов до 15 июня, потом с 1 июля я уже начинаю работать. Напоминаю, что я могу выкупить любой бренд, который есть в Италии. Любой.